Всем привет! Я Маша, а вы на моем канале «Играем вместе с Машей». Девчонки, в преддверии 14 февраля, Дня всех влюбленных, предлагаю вам приготовить для себя духи, чтобы еще больше нравиться мальчишкам и получить много-много валентинок в этот день. Для создания духов я использую набор «Мастер-класс парфюмерия». Для создания духов нам понадобится основа для духов – полисорбат, эфирные масла, лимона, розы и ваниля. Флакон. Пробирка и пипетка. А также тест полоски. Сначала на пробники капну одинаковое количество масел, чтобы понять, какого масла нам добавить больше. Я соединю все пробнички веером и послушаю аромат. Потрясающий запах получился. Думаю, я добавлю еще одну каплю масла ванили. Кстати, вы знаете, что слушают не только музыку, но и ароматы? Да, то, что нужно, мне нравится. Теперь с помощью пипетки я помещу в пробирку 2 мл основы полисорбата. Добавлю по 1 мл масла лимона и розы. И, наконец, 2 мл так полюбившегося мне масла ванили. Хорошенько взболтаем. А теперь нальем 3 мл воды, хорошенько перемешаем. Хорошенько взболтаем и переместим во флакон. Теперь опробуем наши духи. Потрясающий запах получился. Да, то, что нужно, мне нравится. Не забудьте подписаться на мой канал, ставьте лайкосики.